Оплатить коммунальные услуги без стресса. Офисы компании РИС стали работать в новом режиме. Теперь они открываются в 8:30 вместо 9:00 и закрываются после приема последнего плательщика. Также в пунктах теперь нет обеденного перерыва. Причина реформы – проблема длинных очередей. И все потому, что после новогодних праздников ульяновцы буквально атаковали филиалы компании. Стало очевидно, что первое – это то, что РИС не работал 10 суток практически. И значит, люди, когда получили там пенсии, получили зарплаты, они дисциплинированно пошли все дружно платить, чтобы не было пеней в кассу РИЦ, и таким образом попали в очередя, которые, учитывая сильный мороз, усугубили ситуацию. Максимальная загруженность в утренние часы, а после обеда посещать РИЦ удобнее. Подобная информация будет распространяться сотрудниками управляющих компаний. Для абонентов уже печатают бюллетени. На всех участках также размещены информационные стенды. Руководство компании планирует оснастить офисы терминалами. Сейчас у нас закуплен пилотный терминал самообслуживания. Ну, это, как мы все знаем, такие есть терминалы, которые не требуют присутствия нашего сотрудника, который можно будет поставить в торговом центре, может быть, где-то в других организациях, где приходят обычные люди, да, в магазинах. И в этих терминалах люди уже могут прийти и самостоятельно произвести оплату. Скоро и волонтеры подключатся к работе. Добровольцы станут обучать старшее поколение работе с онлайн-сервисами. Пенсионеры пока не привыкли оплачивать коммунальные услуги с помощью интернета. Мне удобнее сюда приходить. Почему? Ну, наверное, возраст. Когда сын дома, молодежь, она оплачивает онлайн. Когда их нет, я сама прихожу, оплачиваю. Личный кабинет компании можно установить на любом смартфоне. Приложение есть на App Store и Google Play. Также на территории Ульяновской области работает колл-центр компании РИЦ. За информацией по платежам, начислениям и льготам можно обратиться по телефону 73 51 51. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Управды ТВ.